Привет, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня я готовлю омлет с грибами. Для этого я обжарила грибочки на сливочном масле. В последний момент их слегка подсолила и добавила молотого перца и немножко чеснока, порезала меленько. В отдельной тарелочке я смешала молоко пополам с яйцами, перемешала их вилочкой и залила сверху. Накрываю крышечкой, на маленьком огне готовлю омлет. Когда я перемешивала яйца с молоком, я также их подсолила и добавила немного молотого перца. Омлет готовится достаточно быстро. Вы сами будете видеть, когда он сворачивается. Буквально пара минут, и омлет готов. Не забывайте подписаться на канал, поделиться этим видео с друзьями в соцсетях, поставить ваши лайки. Пишите в комментариях, как вы готовите омлет. Спасибо за ваше внимание, приятного аппетита и всем пока!